Я капитан Чиж Алексей Сергеевич, командир звена воинской части А-16-04, которая дислоцируется в городе Херсон. 8.03.22 года был при выполнении боевого задания был сбит российскими военными. Далее попал в плен, относится ко мне здесь очень хорошо, показали первую медицинскую помощь, кормят, все хорошо. Хочу выступить против войны. Я за мир, потому что у нас погибает очень много граждан. Перестаньте, пожалуйста, бомбить русских людей. Я за мир. Я не хочу войны.